Еще раз здравствуйте. Сейчас посмотрим флянсы 180-литровых бетономешалок. Вот. Чем они отличаются? Ну вот, размер я так намалевал, чтобы оно было понятнее. Общая ширина 30 сантиметров. По центрам, по отверстиям, если взять, то 27 сантиметров. Подшипник 6206. Ну вот такие подшипники они идут данным венцам. Но хотя они идут ко всем моделям, практически внутренние подшипники одинаковые. У всех флянцев по 10 отверстий. Ну, разный только диаметр. С закрытым проходом. Но бывает они открытые. Идет флянец вовнутрь. С открытым идет наружу, так как подшипник, вал выходит нам наружу. Что я хотел рассказать в принципе по флянцам. Самое главное, меняйте вовремя подшипники. Так как подшипник подклинивает, посадочное место разбивает, из-за этого груша стоит неустойчиво, ну и ломается. Если хороший подшипник, он чуть, правда, дороже, то и танец будет дольше служить, чем обычно. Всем спасибо, до свидания.